Я спал, проснулся, огляделся вокруг. На улице все еще была ночь. Бык-бык-бык-бык. Мой желудок сказал, что он хочет кушать. Я отправился на кухню. Почему-то попал в туалет. Раз уж я зашел в туалет, сделаю все дела. Отвернитесь. Теперь помою руки. Вышел, попытался вспомнить, что же я хотел. Бык-бык-бык-бык. Желудок напомнил мне, что я хочу есть. Тогда я подошел к холодильнику. Я долбился в него головой много-много раз. Он так и не открылся. Я подошел к столу и увидел старую, сгнившую, вонючую пиццу. Неужели мне ее нужно съесть? Когда я предложил животу съесть эту пиццу, он резко замолчал. Пойду-ка схожу в Макдональдс. Что, хочешь поесть? А здесь нет для тебя еды. Ты будешь моей едой. О боже, куда я попал? Куда я попал? Я не хочу сюда, я ухожу, все, всем пока, я ухожу. Что? Что? Дверь закрыта, что? Ай, спасите, помогите! Короче говоря, мы сбегаем из Макдональдса. Да, пришел наш персонаж Макдональдс, хочет поесть, а тут какая-то злобная морда говорит, что он его съест. Нас это не устраивает. Да. И не важно, что желудок просит пищи, в нем гуляет аппетит, в нем голодный ветер свищет и кишками шелестит. Мы все равно убегаем. Хорошие денечки. С канала Папа и Дочки. Давайте, друзья, мы сделаем это, убежим отсюда. Я думаю, тебе не туда, там дверь, вот, о, да. Вот. Вот здесь вот, кстати, готовят, какие-то баксики валяются, робуксы, да, робуксы бесплатные, хватай. А, наверное, их вообще не стоит трогать, да? Наверное, тебе хана будет, да? Ну давай вон к тому чекипоинту, чекипоинт радостный. Так, здесь у нас готовка, давай, котлетка, поехали. Так, только не останавливайся. Ты котлетка, о, чекипоинт. Да, он зачекался, все, чек сделал. О, вот это, ребята, это фритюрница. В нее нарезают картошку, закидывают в эту сеточку, опускают, и она становится картошкой фри. Да, и она жарится, кстати, в масле, и поэтому она не очень полезная. Слишком много масла. А, молодец. Мне помешали. Так, Рита у нас стала картошкой фри. Не о, а фри. Ладно, давай. Сбегаем дальше как-то в обход. Не, можно я попробую? Подожди, здесь получается нужно по определенным идти. Да, я уже знаю. Да, вот по этой теперь. И здесь надо выбрать вариант. Вариант А или Б. Отлично, чекпоинт. Есть, прошли этот вариант. Пошли дальше. Теперь по столам, которые перевернуты, да? Девочка, там спокойно бегает. Стоп, дочка Маргарита. Дочка Маргарита, она же здесь. Стоп. Да, это дочка, это я? Это реальная дочка Маргарита. А кто мной играет? Друзья, это Орешка к нам подключилась. Передайте привет Орешке, поставьте лайк. Она тут с нами решила побегать. О, мороженки перевернутые. Смотри, Ариша присосалась к мороженке и развалилась. Она розовую мороженку решила лизнуть. Она плохая, эта мороженка. И она развалилась немножко. Давай чекпоинт. Сохранись еще раз. Есть. О, здесь... стаканчик из-под кофе оказался прозрачным. Маргарита провалилась сквозь. Поэтому на кофейное зернышко прыгает. Потом на коробочку. Потом на вон она уже, смотри. Кофеек. Ариша, нормально? И ты, Рита, ну вы что ж творите? Еще одна попыточка, молодец. И разгончик есть. Кофеек, давай погрызи зернышко. И сохранялочка, отлично. А вот и готовый картофель фри. Мы просто его обойдем, мы не будем страдать ерундой. Перепрыгивать через него зачем? Можно просто обойти вон человечек. Женский туалет. Так, потому что я мальчик. Вау, ребята, чекпоинт. И Рита тут же в лужу вляпалась. Я не заметила эту лужу. Дочка, Ритка, молодец. И перепрыгиваем, давай. Поскакали, раз. Два, три. О, и в туалет провались. Да, я знаю. Вау, ребят, мы куда-то телепортировались. Прям в воздухе. Наверное, в канализацию, да? Посмотри вокруг. А нет, мы в женский туалет попали. Туалет. Ну давай опять поскочим. А получается, а это что, теперь в мужской туалет? И мы так будем по кругу. Мужской туалет, женский туалет. Мужской туалет, женский туалет. А нет, канализация. Фу, смотри, гад, ребят, воняет. Давай уходи отсюда. Фу. Или это ты там был? Нет, это там, да? Ой, ребята, здесь... Я не знал, что эти штуки такие. Да, такая движущаяся, короче, дорожки. Надо прям аккуратненько в ту сторону, да. И сразу беги. А, прыжками, молодец, Рита нашла выход.
прыжками, да, ты за Бакс Банни, зайчик, молодец, попрыгайчик. Есть, давай, чуть-чуть осталось, и... Ну, пожалуйста. А куда дальше-то? Куда? К чувачку подойди, может. Есть. О, я нашла. Фух. А представляешь, если бы ты вентилятор тронула? Что-то бы заново. Да, по коробочкам, теперь наверх. А ну-ка взгляни наверх, что там, далеко ползти? Не видно. Ладно, придется все-таки ползти, чтобы узнать. А, вон дверка, да, дверка. Отлично. Отлично. У нас побег из этой пиццерии. Ой, Макдональдса, да, из этого Макдональдса бежим. Перепрыгиваем и есть. Осторожно. Ага, осторожно. Люблю такие штуки. Да, сейчас как тебе по голове прилетит? О! Это клоун в нас кидает! Ой! Ты чё, злобный клоун? Он страшный. По голове ему тоже постучи. Чёрный. Давай. Попрыгаем по голове злобному клоуну. Дэнс, 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 дэнс. И заходим в лифт. Так, знаешь что? Ага, ого! Перепрыгивай. Там внизу какая-то бесконечность. И давай, наверное, вот в эту дверь. А нет, наверх ползти. Представляете, мы бы сейчас... Ой, я этого чувака сдвинул. Давай, толкай его. Да сама-то не толкнись. Вот сюда иди чуть-чуть. Да ладно, иди наверх, Маргарита, хватит уже. Мы куда ушли. А, мы застряли! А, нет, все нормально. Я думала, что мы его не пускаем. Навсегда. Памс. Прыжочек, отлично. Прыжочек, еще чуть-чуть осталось, Маргарита, и чекпоинт. А здесь что? Здесь сдувают, будь осторожна. Здесь сдувают. Перепрыгивай просто. Хоп, и все. Развалилась. Я колбаска. И чувачок тоже развалился. Он за компанию. Он такой, да. Папа дочки развалился, и я развалюсь. А он хитрый, он там сохраненный. Ему-то не надо торопить. Так вкусные гамбургеры. Кстати, друзья, мы как-то писали, кто любит гамбургеры. Оказывается, многие из вас гамбургеры не очень любят. Так и написали, что не любят фастфуд, представляете? А я очень люблю фастфуд. Да, Рита любит. Но оказывается, я думал, все дети любят, все вообще любят. О, осьминог! Ребята, смотрите, осьминожище. Макдональдс? Да! Вот что нам в котлеты кладут, ребята, у таких осьминогов. Он нас съел. Друзья, и по традиции, каждый раз, когда мы бежим и попадаем в рот, что мы делаем? Пишите в комментариях, а мы сейчас это будем делать. Так, подожди, сейчас напишут. Ты не знаешь? Где-то мы сколько раз бегали. Мы проверяем кариес, ребята. Есть ли кариес? Ну-ка проверим зубки. Чик-чик-чик-чик. Вроде бы хорошие зубки. Вроде бы хорошие, но какие-то слишком они острые, да? Да. Это очень подозрительно. Вот это морда какая. Ладно, идем в желудок, ребят. Проверим, что у нас тут происходит. Ага, так, какие-то синие, розово-желтые, зеленые полосочки. Язык у него какой-то испорченный. Чекпоинт и здесь. Ага, что он сегодня он ел? Съел. Он ел гамбургер. Гамбургер, картошку фри, гамбургер, картошку фри. Он проглотил целый гамбургер, даже не сжевал. Да? А как бы мы прыгали по пережеванному гамбургеру? Он был такой кучей валялся, что ли? Ну да, мы по кучке прыгали. Так, и мы уже сразу попадаем ему в кишечник. Это самое сложное. Да, нормально, сейчас. Здесь... А, это самое. Да, сегодня несложный был кишечник. Мы сбежали из этого Макдональдса. Да, как-то быстро сегодня мы это сделали. Вот, да, мы вот здесь зашли. Помню, мы зашли, хотели поесть, а вон тот чувак нас напугал. Ну и ладно. О, давай красный выберем. Красный. Есть. И еще, смотри, давай. А вот это что такое? Экстра спид плюс 100. Экстра джамп плюс 100. Это джамп, это... А это спид. Есть, джамп и спид, джамп и спид. Отлично, сейчас джамп, есть, и бегаем, бегаем. О, смотри, давай пойдем туда. В смысле? Ребята, какая-то штука тут есть. Так, это бесконечный, я нет? Я удивлена. Или исчезают, ну-ка смотрим. Бесконечный. Да, бесконечный, ребята, тут есть какой-то специальный остров. Представляете? Странный остров. Друзья, смотрите. О, давай вон там. Для начала какая-то дверь. Осьминог неразукрашенный, детальки. Неразукрашенные. Какие-то стрелочка, смотри, стрелочка в окошко. И вот эта вот штука. Пальмы. Вот. А Джойн? Саворс. Что-то значит. Интересно. Какая-то игра, что ли? Ну-ка, сейчас подожди, заберем себя повыше, посмотрим,
Что тут еще может? Какой-нибудь еще островок есть? Пока не вижу. А давай вон туда сносимся. Какая-то штуковина. Стоять, стоять! Нет, стой! Вот это да, вот это я чуть не этовался. Вот, вот там мы были. Вот, смотрите, друзья. О, давай зайдем вот сюда. А мы не можем. Странно, кстати. А я сейчас разгонюсь. О, прыжком. И сейчас... Сейчас еще раз. Абдж! Абдж! Тебе шляпа мешает. Да, мы вот там вот ты наверх запрыгивал. Да, у меня слишком, ребята, высокая шляпа, я в ней врезаюсь. Еще... Ладно, выпрыгиваем отсюда, посмотрим, что тут еще есть. О, смотри, это твои. Это наши следы, да? О, прикольно. Ну ладно, что? Друзья, давно у нас не было песенки Би-би-би. Хочешь получить сердечко от канала? Ответь на задание. Ребят, мы сегодня сбегали. Мы сбегали и проходили какие-то препятствия. Напишите хотя бы 2 или 3 препятствия, которые мы сегодня преодолевали, сбегая из Макдональдса. Первые попадут в следующую серию, все получат сердечко от канала, кто напишет комментарий на ответ на это задание. Друзья, мы хотели накормить нашего персонажа, но не получилось. Нам пришлось из Макдональдса убежать, поэтому давайте накормим его лайками. Поставим много лайков, и он наестся, наш персонаж, пока он танцует, ждет от вас лайков. Ну а вы сегодня были на канале Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и дочка Рита. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, поделитесь с нами там ВКонтакте, в Одноклассниках, во всех соцсетях. Нажмите поделиться, вот там под видео есть такие кнопочки. Хорошие денечки. С каналом Папы и Дочки. Всем пока!